Тема Великой Отечественной войны до сих пор волнует как писателей, так и читателей, и особенно ярко она обсуждается, конечно же, в День Победы. К сожалению, постепенно уходят из жизни авторы, которые знали о войне не понаслышке, но они оставили для нас в талантливых произведениях свое проникновенное видение событий, вместе с тем передав торжественность и героизм. В праздничные дни, посвященные 67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Ишимской центральной библиотеке можно, помимо того, что просто взять, приобрести книгу, взять в прокат, соответственно. Можно еще и ознакомиться с полным списком книг, посвященных Великой Отечественной войне. У нас проходит акция «Читаем книги о войне», посвященная празднику 9 мая, Дню Победы. Вот, пожалуйста, возьмите вот такой вот военный конвертик. Если вы его развернете, вы там можете увидеть рекомендательный список. Разворачивайте. По словам специалиста, все представленные литературные произведения имеются в фондах библиотек города. В этом буклете размещены как раз список дан тех книг, тех авторов, которые сами непосредственно были на войне и писали книги как свидетели тех событий. В память о Великой Победе библиотекари настоятельно рекомендуют прочитать или перечитать хорошую книгу о войне. Следует заметить, что с 3 по 9 мая в акции уже приняли участие около 100 читателей Центральной городской библиотеки.